Здравствуйте, дорогие телезрители. Эфир канала РГВК «Дагестан» продолжает программа «Вдохновение». Сегодня мы находимся в выставочном зале Союза художников Дагестана, где проходит выставка «Музыкальные инструменты народов Дагестана». Эту выставку организовал этнографический музей «Дагестанский аул» совместно с Институтом языка, литературы и искусства ДНЦ РАН, с Музеем изобразительного искусства имени Патимат Расуловой, с Дагестанским государственным объединенным музеем имени Алибека Тахагоди, с Домом дружбы и, конечно же, с Дагестанским оркестром народных инструментов. Как раз-таки с оркестром мы и начнем сегодня свою программу. Thank you.
вечером. Вот идет выставка, она довольно интересная, уникальная. Такое, ну, как бы обилие народных инструментов, да, 70 у нас. Да? Молодое поколение, наверное, совершенно не знает ничего об этом. Чтобы как-то вот восполнить этот пробел, если начинать, что самое первое? О чем можно было говорить? Какой самый первый инструмент? И что можно о нем сказать? Ну, конечно, вообще самые первые инструменты – это так называемые идиофоны, то есть самозвучащие. Это были самые первые подручные инструменты, которые были у древнего человека. Какие-то тела ракушек, камни, палки. И вот как раз-таки оттуда и пошло. Потом появилась жила животного, то есть струна. Стали из дерева выдалбливать корпус. И как-то вот так вот постепенно вот эти вот первые наработки дошли до очень сложных инженерных конструкций. И тем не менее, и эти современные инструменты, бытующие сегодня, достаточно древние, потому что они традиционные, и народ их именно идентифицирует как национальные инструменты, те, которыми мы пользуемся исконно. Вот у нас вот сейчас играет фоном. Это у нас что? Сейчас у нас играет чагана в ансамбле с национальным барабаном «Нагара». Мы даже подвинемся, да, к нему. Да. Ну, чагана вообще очень интересный инструмент. Интересен он чем? Дело в том, что когда начались экспедиции в 20-е годы 20-го столетия, экспедиции нашего основоположника профессиональной музыки Дагестана Готфрида Олеговича Гасанова. Он в этих экспедициях зафиксировал в аварских районах чагану. Был очень изумлен и удивлен, потому что инструмент напомнил ему скрипку. И он ее, естественно, назвал «Восклик». Ну, это же горская скрипка. Но разные, знаете, были такие пересуды, что не дагестанский инструмент, что он пришлый инструмент, что там есть что-то подобное у армян и грузин. Естественно, мы не живем замкнуто. Всегда есть в культуре какие-то взаимопроникновения и взаимовлияния. Но то, что инструмент был зафиксирован, то, что инструмент изготавливали не в одном поколении мастера, и даже вот ныне играющий музыкант, заслуженный артист России Мутай Хадулаевич, это его инструмент. И он не один этот инструмент изготовил и реконструировал, и его отец играл, и брат играл. То есть, и также мы находим подтверждение в работах Манашера Абрамовича Якубова, потому что это дагестанский инструмент. Но инструмент имеет очень такой нежный, небольшой звук. Относится к струнным смычковым инструментам, вот, упирается в колено шпилем. Инструмент может аккомпанировать певцу, исполнять мелодии для слушания и играть в ансамбле с другими инструментами. Вот в данный момент ему аккомпанирует барабан, что достаточно такой традиционный ансамбль, ударный и струнный инструмент. Есть разновидности. Вариант чаганы – это кеманча. Инструмент той же группы струнной смычковой. Единственное, что кеманча, конечно, инструмент заимствованный. Он распространен и в Азербайджане, и на Востоке. И чем отличается то, что кеманча – более виртуозный инструмент, с большими техническими возможностями, такими, как почти у скрипки. Очень такой техничный инструмент. А так, в целом, по звуку, конечно, он тоже более богатый. В верхних регистрах звонкий, в нижних такой более приглушенный. У нас немного мастеров, да, которые могут? У нас немного мастеров. Много мастеров. И очень отрадно, что сейчас сохраняется этот инструмент в оркестре народных инструментов. Единственное, что, конечно, вот нету продолжателей, исполнителей на чагане. Это большая проблема все-таки для нашего профессионального и народного искусства. И Мутай Хадулаевич поднимал эту проблему, но вот пока что он является таким самым ярким исполнителем, именно профессиональным учеников на этом инструменте. Нет. Учеников нету, к сожалению, да. Thank you.
Ширина. Вот тоже одна из самых древних мелодий, да? И, наверное, наверняка самый древний инструмент музыкальный. Чутяк, да. Или же чутек, или в общем названии дудук, который мы знаем, да, и у армян. Конечно же, самый древний инструмент, на котором играли пастухи в свободные минуты, какие-то задумчивые медитативные мелодии, или же сигнальные призывы. Инструмент обладает тонким, нежным звуком, создает такие грустные мелодии и относится к деревянным духовым инструментам. Его же разновидность зурна, обладающая более ярким таким пронзительным звуком. Он есть у всех национальностей Дагестана? Он у всех национальностей присутствует, причем в разных разновидностях. Это типа как свирель, свистковые, флейтовые группы инструментов. Сейчас более яркий колорит. Ну, у нас вообще получается 70, да, народных инструментов Дагестана насчитывают, или я ошибаюсь? В атласе Манашера Абрамовича около 60. До того, как он сделал вот эту коллекцию, каталогизировал все инструменты, их насчитывалось около 20. Да, да, он их выявил, он их систематизировал, описал и распределил как бы по группам уже. Ну, слава Богу, что есть такая, ну, уже научная работа. Да, да, да. Thank you.
Эта тема, она была где-то на слуху в последнее время. Это где-то связано с тем, что в последние годы создаются центры традиционной культуры, собираются старые экспонаты, изделия народных мастеров, ну, в том числе и старые инструменты. И как-то вот интерес к нашей такой ремесленной культуре, промыслам, в последнее время возрос, это как бы понятно. В 70-е годы то, что интерес к этой теме возрос, я обратил внимание тем, что в 86-м году вышла повесть Ахметхана Абубакара «Паганини из Харбука». Да. И я думаю, это не случайно, потому что в 80-е годы эта тема, она как бы была на слуху, и как талантливый писатель он как бы заметил, ну, я так предполагаю, что как бы вполне возможно, что он решил написать повесть, посвятив ее своим друзьям из Харбука. И вот уже сегодня, уже 10-й год, и, ну, нельзя сказать, что за этот период никто ничего не делал. Есть известные мастера, мастерские, которые выполняют заказы по... Приезжают к ним заказчики из соседних республик, Азербайджана. В прошлом году у нас была небольшой грант, и мы вот специально вот с Эльмирой Башировной этой темой более так активно стали заниматься. И вот результатом, как одним из итогов, я считаю, и мне просто приятно, что Зумруза Пировна, она вот так подхватила эту идею, развила его, скажем, до такой красивой выставки. Что есть такая народная легенда, когда вот якобы, я не знаю, было ли это на самом деле, Бог один ведает, когда напали на вот равнину кумыкскую и спрашивали, да сколько у них войск? Ну, наши враги спрашивали, сколько человек там воюет. Они сказали, людей немного, но если у них не отобрать агачку муз, то, в общем, сложно будет их победить. Ну, наверное, все-таки есть какая-то доля правды, истины в этом, что музыка поднимала дух людей вообще. Ну, действительно,
Гачкумус мы, конечно, прежде всего ассоциируем с кумыкской музыкальной культурой. Действительно, он более был распространен и присущ музицированию в кумыкской среде. Опять же, он использовался как аккомпанемент к пению. Мы знаем легендарного Эрчик-Казака, который, так сказать, не выпускал из рук этот инструмент. Ну и, конечно, в ансамбле. Есть ансамбли кумузистов. И в оркестре используется. Инструмент очень богатый, звуковым таким насыщенным звучанием, виртуозный. Как правило, распространен в мужской среде. Он вообще является мужским инструментом. Мне кажется, в основном раньше только мужчины играли. Да, но за исключением гармонисток, кумычек. Не считалось, что мужчины не должны играть на гармонии. Почему-то, да? Да, да. А потом уже, конечно, как-то в современное время произошли изменения. А есть какие-то вот разновидности? То, что вот Батырай на чем играл? Чунгур у нас говорят. Чунгур, чугур, это да? Они разновидности, да? Ну, дело в том, что Гачкумус и чугур немножечко разные инструменты. Если мы скажем о том, что вот динда, то, что даргинцев называют, да, это агачкумус. А чугур, чунгур, он немножечко другой, имеет тип корпуса, форму корпуса. Хотя по звуку они очень похожи. Очень похожи. А пандур? Пандур схож с агачкумусом, но пандур истинно аварский инструмент. Еще его по-другому называют тамур. Есть двух-трехструнные, есть и более, значит, там, современные шестиструнные делают. Вот, в принципе, одного характера звучания инструменты. Ну, а гачкумус, его ведь усовершенствовали в 20 веке уже профессиональные музыканты. И он владеет такими техническими хорошими характеристиками. Thank you.
вот еще один уникальный дагестанский музыкальный инструмент национальный. Тар называется. Вот немного о нем тоже расскажите, пожалуйста, что это за инструмент, как он у нас возник в Дагестане? Да, очень интересный инструмент. Он красив не только внешним своим видом, формой. Очень красивый, колоритный звук, явно восточный. Звучит насыщенно, ярко, да. Очень виртуозный инструмент. И вот сейчас классический ансамбль звучит с дудуком. Сейчас подключается ударный инструмент на гора. Очень интересный корпус в виде восьмерки из выдолбленного дерева. И, в общем-то, играют плектром. Относятся к струнным щипковым инструментам. Классический восточный ансамбль, очень распространенный на Южном Дагестане. Типичный пример музицирования Южного Дагестана. Да, мелодии сохраняются испокон веков. Музыкальная музыка сохраняется посредством сохранения инструмента. Конечно, вот дудук обладает более насыщенным звуком из всех свирельных инструментов, представленных в Дагестане. Потому что он не только такой вот бытовой, но он даже больше концертный инструмент, используемый в музыке для слушания. Потрясающие, яркие, интересные мелодии в Дагестане порой даже нигде не исполняется. Вот у нас в оркестре работает замечательный музыкант Мутай Хадуллаев. Он мне принес эти мелодии, и я с большим удовольствием написал попурри из народных мелодий, обработал и инструментовал. Они были в нотах, или он просто вам... Он просто записал мелодию, а моя задача была написать именно попурри, то есть создать цельное произведение из разнохарактерных мелодий. И в итоге получились яркие произведения. Ну вот все вот национальности Дагестана, обилие языков, обилие мелодий, музыкальных инструментов. Вот уникальный получается наш край, родной Дагестан. 70, да, инструментов на сегодняшний день где-то насчитывается так, да? Так, да? Все ли инструменты востребованы в вашем оркестре? И как обстоят дела с тем, что вот есть ли ученики, последователи у ваших музыкантов? Ну, к сожалению, все инструменты не используются в оркестре. Но многие из всех инструментов, которые сегодня мы видим на этой выставке, вот, мы используем в оркестре. Например, это тар, кумус, чагана, кеманча. Но есть некоторые инструменты, которые мы не можем использовать. Почему? К примеру, зурна. Это такой яркий инструмент. Это целый оркестр. Когда играет зурна, оркестр должен молчать, полностью перекрывает звучание. Потом есть очень тоже яркий инструмент саз. Тоже очень богатый инструмент. Он сам по себе самодостаточный инструмент. И поэтому мы никак не можем к оркестру включить. Да. И также вот есть такой инструмент, как пандур. Очень мягкий, нежный инструмент. Его голос пропадет в оркестре. То есть это получается, они как бы в соло должны... Да, да. Это отдельно этот инструмент звучит, и слушаешь с удовольствием. А в оркестре, ну, как-то оно не...
в общем холле, да? Да, да, да. Пропадает вот яркий, самобытный голос этого инструмента, и поэтому нет такой необходимости, чтобы этот инструмент звучал в оркестре. Обычно говорят, что можно купить, да, какой угодно дорогой музыкальный инструмент, но музыку саму купить нельзя. А вот эти музыканты, которые работают у вас в оркестре, и заслуженные, и народные артисты Дагестана и России, вот эта музыка, она вот, наверное, все-таки частица их собственной души, вот их впечатления, их вдохновения. Вы очень тонко заметили, на самом деле музыкой занимаются люди, которые любят. Потому что зарплаты, откровенно говоря, не такие высокие. Здесь исключительно вот надо настолько любить музыку и с удовольствием работать. Иначе не получится. Играть в оркестре – это особое искусство. Есть некоторые музыканты, которые могут где-то отдельно сыграть. А в оркестре – это сложности ансамблевой игры, умение слушать друг друга, вот, сопереживать. Очень много тонкостей есть, поэтому я считаю, что в нашем оркестре очень талантливые люди работают. Люди, которые истинно вот, преданы своему делу и постоянно хотят совершенствоваться. Люди, да. Которые служат, да, по-настоящему, да, да. Служат. Именно вот это именно служение музыке. Ну вот, если говорить о том, что вот уже много лет вы руководите этим ансамблем, это уникальный на самом деле ансамбль. Вот с чем, с каким ансамблем вот, в формате Российской Федерации, других стран вы могли бы сравнить наш вот дагестанский государственный оркестр? Оркестр, да, народных инструментов. Что интересно, это наш оркестр, Государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан уникальный в своем роде. Угу. Ни в одной республике, ни в одной стране такого оркестра нет. Уникально в том плане, что он по составу. То есть мы используем в оркестре не только наши дагестанские народные инструменты, также мы используем классические инструменты. Угу. Потом инструменты, я имею в виду, симфонического оркестра, потом инструменты русского народного оркестра. Тем самым обогащаем. Это позволяет нам исполнить сложнейшие сочинения дагестанских наших композиторов. Вот, возможности увеличиваются. И поэтому вот смешение этих разных, казалось бы, иногда невозможных направлений, в итоге очень даже цельное звучание, интересное в оркестре. И получается такое многообразие, да. Такая красота. Выставка действительно получилась интересной, потому что участвовала в вернисаже этой выставки, конечно, оркестр народных инструментов. Была живая музыка. Да, была живая музыка. И самое главное, рассказывали о музыкальных инструментах, и этот инструмент звучал, и посетителям этой выставки было очень интересно, как же интересно звучит каждый инструмент. Это просветительского, да, такого уровня. Да. И они, конечно, прежде чем провести эту выставку, мы большую работу проделали. Инструменты очень интересны, очень нежно, красиво звучат. Я думаю, что посетители получили, ну, удовольствие, послушав и оркестр, и отдельные инструменты. Вот такого просветительского характера программу мы провели для вас сегодня. Надеемся, что вам наша программа понравилась. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.